Дорогие друзья, блогеры, интернет-партизаны, мы с вами прошли очень тяжелый путь. Я хочу высказать вам слова благодарности за то, что вы в тяжелую минуту не бросили идеи социальной справедливости, идеи светлого будущего. И мы победили. Мы победили тех, которые называют себя кремлеботами или людьми, которые бы как будто бы за власть. На самом деле все прекрасно понимают, что никаких 77% за нынешнюю власть нет, не было и никогда не будет. На фоне падающей экономики, бедности, на фоне того, что власть постоянно врет, представить себе, что люди пришли и проголосовали за эту власть, невозможно. И вы это показали. Потому что без вас, без ваших талантливых блогов, без людей, которые не за деньги, а за совесть показывали, что на самом деле происходит в нашей стране, невозможно было бы представить, что Грудинин, кандидат от народа, раскрутился бы так за такое короткое время. Я вам очень благодарен. И все равно мы остаемся в интернет-сообществе, в нашей стране. Мы очень хотим, чтобы у нас все наладилось. И я вам гарантирую, что мы будем продолжать свою борьбу за светлое будущее нашей страны. Спасибо вам большое. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И желаю вам всего самого хорошего, здоровья, счастья, успехов вам и вашим близким. Спасибо вам.